так, наверное. Ничего, чисто. Чисто. А если там нет, то... Ну. Ты большая стала. Ну что? Собрание. Я очень заинтересован, что то, что это родители, они тебе, да мы сами будем. Мы в общем родители. Как поговорим об этом. Долго ты здесь старше, слышишь? Не, не очень. Сколько? Тут, наверное, минут 20. Страшно рады видеть вас в таком полном, в таком блестящем составе здесь сегодня. Мы от всей души совершенно искренне поздравляем вас с окончанием этого очередного учебного года. Окончанием, в общем, в целом успешным. Очень много хороших работ. Я бы сказал, что больше, чем обычно даже. Очень много хороших оценок. Очень много грусти по поводу расставания с очередным нашим 7-м классом. Очень жалко, что школа лишится этих славных ребят и девчонок. Нам, конечно, их будет очень не хватать, но мы надеемся их видеть иногда здесь, так как мы сейчас видим выпускников прошлого года, которые присутствуют здесь, украшают и освещают своими улыбками эти мрачные стены. Я предлагаю поприветствовать наших студентов. Нам предстоит летняя практика, а кому-то предстоят ужасные экзамены. Я очень надеюсь, что эти экзамены окажутся не столь ужасными, как кажется на расстоянии. Хочется пожелать нашим книгам слуха не пера. Хочется, чтобы они нас от всей души послали куда подальше и поступили. Вот. А всем остальным, я надеюсь, удастся хорошо проводить летом. Он находится в соответствии с нашим радужным настроением. Вот. Ну, теперь мы приступаем. На этом мы как бы официальную часть заканчиваем. Еще раз всем спасибо за сотрудничество и взаимопомощь. Очень надеемся, что все у нас будет так же, как и прежде, то есть деловито, честно и профессионально. Еще раз благодарю вас, что вы такие красивые, что вы все здесь. Я очень рад, что вы можете друг на друга посмотреть, потому что есть на что посмотреть. Вот, и теперь мы приступаем к основной части нашего собрания – это поздравление наших замечательных отличников. Правда, среди этих отличников есть троечники, но у каждого все-таки есть место для подвига. Вот эти подвиги мы сейчас отметим. Акеева Ира поздравляется с отличными. Thank you.
позиции. Это не Пономарёва. Но тоже хорошая. Вы не уходите. Да, далеко не уходите, вам тоже. Yeah.
Гостеву Елена за хорошими работами. Спасибо вам большое.